Бородач нас подвез с той стороны на эту. Сейчас там где-то якорь используют люди. Запозируй как-то. Этот пахарь, Паша. Можешь ко мне на дачу проехать весной? И тут Паша, уже. Паша, это то самое. Пелену. Да, вот он, ну, ласка там. Кто тут будет? Кто не мотает? Мотай лебедкой! Все, лебедка. Это одновременно надо. Это лучше хрень, чем у тебя хрень. Весовая. Это старинная вещь. Вот там якорь. Отпусти лебедку. Лебедку отпусти, чтобы он это выбрал. Блин, вентилятор так работает, вроде сейчас перелетать болото будет. Так это он обороты набирает сейчас, сцепление. Бросит, да? Да, бросит. А что, Чироки здесь не пролетит, а так, Руслан? Пролетит. Давай. Давай. Что такие-то звуки? Сейчас якорь перебросим. Давай. Смотри, якорь ушел в землю нормально. Видно, что у тебя земледельцы в роду были, блин. Валера, а пошевели, чтобы тебя поподкидывало на крышу. А как ты потом будешь крышу разглядывать об этом? Блин, помял, было что? Это память? Стой! Стой! Стой, забыли якорь. Упереть в землю. Сейчас пришел хлебороб главный. Сейчас он. Агроном. Агроном пришел. Саня, тебе ник меняем уже агроном на форуме. Сын Бакопора. Хорошая борода получается. Так огороды стирать. Дороговато. Если кому надо, у меня есть четвертый металл на продажу. Подматывай. В Валере проснулся. Давай размотаем. Размотай чуть-чуть назад. Давай оттанем ее вот сюда. Вот сюда. Еще отпусти. Блин, уже два хлебороба. Стоп. Забить чуть-чуть надо, слышишь? Да, да, да. Давай. О, еще, Саня. Нет, более вот так вертикально, да, чтобы он вниз шел. Да какой нафиг твердый, просто он сидит на моста. Мы там его выкинули. Давай дальше, там где нет корней, давай. Выше. Надо дальше настроить, потому что он тебя тянет вверх изначально. Пока не поздно, продавай. Там работа. Кошку кто-то взял. Разматывай. Да, сидит он нормально. Покажу. Скажем, если достанем, якорь будет ничего. Давай еще дальше. Стоп. Не, вот тут мягенько. Еще давай.
Видите, какой хороший корень? Да, не, она не зайдет. Давай попробуем. Будем корчевать. Давай, я вот такой. Нет, подожди. Давай. Саня, ну подожди. Полный автопилот, сама едет. Охренеть, какой. Кто-то спер, блин. Надо выкопать ямку. Ну попробуй. Помогай колеса. Отпусти чуть-чуть, отпусти. Надо ручки длиннее вчетвером держать. Давай потихоньку. Это вы удерживаете ее. А вы хотите куст выкопать? Да нет, у вас жопа есть. Да нет. Корчуем куст. Корчуем копчей. Ты понимаешь, ты стопнул и выкапываешь. Да, да. Как только корни разорвались, все, он вышел. У нас идет. Когда мы так меняли, советов сколько было. А теперь ты ж можешь тоже. Меньше народу было. Можешь тоже давать советы. Теперь так и надо, да? Ну да, можно сказать, выехал. Почти. Да, выехал. Якорь работает. Да, бросил не вовода, не, поехал. Слышишь, надо якорь бросить, он стекло пробьет, за торпеду зацепится. Мотор. Пацаны, надо дернуть Валеру. Пацаны, помогите ему. Учитель застрял. Учитель не успел. Вот так, пацаны, вот так делать не надо. Это он вам показал, как не надо, да. Кого? Ребятку. Якорь можем едьте назад. Есть повод якорь опять испытать. Якорь мы сами можем быть якорем. Учитель, что надо было делать правильно? О, дайте Валере якорь. Валера, беги, там пошел чувак сейчас, он очень опасно несет тебе якорь. Он заднее стекло якорь кидает. Тут минимальный уровень. Его еще хватит. Вот этот маньяк тут, сейчас мы его сфотографируем в этой позе. Сейчас испытание якоря продолжается. Якорь часть 2, да? Попытка номер 4. Давай. А, у вас вес слабый. Сейчас борода вам покажет, как якорем работать. Пузо положить на него. Во-во, у вас с пузом проблемы. А ну подожди, борода. Сразу снимем, чтоб и этот поместился. Так, ногами не дрыгай, блин. А я все не вижу. Тут съемка идет, блин. Мы же не херней страдаем. Мы делом заняты. Это не то, что вы непонятно чем. Да. Почти пошел. Да нормально, я скажу. Не знаю, это удобно съемать. Не надо. Курва старалась.
Что, пошел, нет? Куда пошел? Куда пошел? Да, вынули. Якорь работает, даже не вошел в землю, слышишь? Вошел. Это не якорь, это какой-то... Там травка хорошая, просто удобная. Да. Технично совать его. Ну, как ощущения по якорю, можете дать? Хорошо, лучше, чем запаску копать. Честно могу сказать, надо себе такое сделать. Что там, что металл есть? У тебя вообще он не взрывается. Сильно не взрывается. Остановись. Давай бомбу якорем испытаем. Лазы, ну покажите, как ездит. А что он делает? Что он делает? Что он? Якорь, якорь, блин, охренеть. Якорь час 4 или 5 уже. Я уже сбился, сейчас будем снимать. Якорь и бомба, блин. Давай, сай. Борода! Бороду позови. Бороду позови. Борода, давай, что-то они, блин, не готовы, блин, нормально якорь вставить, блин. Покажи, как вставляют правильно. Борода, смотри, что делают, блин. Подожди, пацаны, вот это вместе две детали должны быть. Да. Да не очкуй. Отгоняй, если хочешь, отъедь туда. Вот там бомба. А тут якорь. Борода, давай. Дайте специалисту. Дайте. У него просто. Не, надо другой. Твою мать! Пускает, нет? Валера, отойди с кадра, ё-моё, блин. А что, сам кран туда ездит? Сам, у меня автоматическое. Так, давай, борода. Сейчас, блин, якорь часть 4, блин. Сейчас у него серьезное испытание у якоря. Это не то, что было, блин, до этого. Вы хотите его сломать или работает, или не работает? Мы его на бинге проверяем. Оно, да и сейчас. Оно плохо закапало. Аккуратно! Нормально, тут жгут пока. Видео называется «Сломаем». Как сломать УАЗ? Я не знаю, что снимать, давай. Давай. Тянем, брат. Идет. Так, якорь. Главное, хорошее этот. Поехали. Не работает. А чего тяжелый? У тебя сигарета мешает просто. Ты тоже туда врываться, хоть убейся. Или тебя такая еще. Земледельцы. А знаешь что, надо было этот крючок выше сделать. Крючок, да, может и выше надо. Мы в пахаре теперь. Чуть выше. Пашут нормально. Бутылочку не раздави. Минуточку. Ох и гонят. Скажи, там лебедка на одну сторону. Передвинь лебедку. Давай! Это более мягкое туда, знаешь? Давай попробуем более мягкое. Сейчас. Тяжеловато, да. Пахнет. Да. Хватает меня самого.
их и гонят, эти бородачи, конечно, нормально жгут. Да? Ну как ваши ощущения от якоря? Не смог. Как не смог? Вытащил, я даже не застрял. Если вытащит, это на обкатке он просто сейчас. Паша, там не крути, потому что там намотало на этом.